народ, кто в теме, тот поймет. Я из тех, кто вот здесь прямо сейчас взорвет. Прикинь, 16, зачел, как не зачтутся в 20. Сейчас людям с района открою душу вкратце. Чувак, смотри на нацию, мне не нужны овации. Этот замет для тех, кто не готов в глазах сломаться. Я не крутой, ладно, мне даже нечем хвастаться. Зато ротация присутствует на каждой станции. Кстати, такое дело, я вечно чем-то занят. Работа, дом, гулянка, двор, прогулка с моей зая. Мой переходный возраст, а дальше сцена в зале. Сейчас читаю, теперь совсем не узнаваем. Взглядом теперь напален, мучусь дорогой дальней. Сейчас посыл всем близким и тем, кто на окраинах. Я не зазнаюсь, рассчитываю на понимание. Как раньше, так и сейчас обычный нормальный парень. Я раньше, как и ты, убирал свою постель. Не читал на сцене, кушал бабули на варенье. Будь сам себе уверен, чтобы достигнуть цели. Надо толкать продукты, двигаться по своей теме. Я раньше, как и ты, убирал свою постель. Не читал на сцене, кушал бабули на варенье. Будь сам себе уверен, чтобы достигнуть цели. Надо толкать продукты, двигаться по своей теме. Когда с дворовыми всей толпой гуляли вместе, учили в школе, только задумались о песне. За ручкой и тетрадкой проводили лютые ночи. На лавке во дворе крутили группу многоточие. Слушали демо в такси знакомого узбека. Читали в мясо за тега на подъезде Олега. Кинулись двором на покупку микрофона. Задумка, текст, первая запись на минус кровный. Живу будто последним днем. Люблю родных и двор, я за своих порву любого. Можешь не спорить, в душе уйдет осадок. Пройдут воспоминания, как я уже сказал, я чисто обычный парень. Если проблемы, лучше держи их при себе. Взгляни на тех, кто жалуется, они теперь в дерьме. Мне как-то говорили, будь Андрей немного проще. Сейчас, когда смеешься, делают больнее и жестче. Мир как звери, пасти каждый долбит по вене. Ты попробуй бросить и заслужить уважение. Ну пойми меня, рэп покруче всякой химии. Слушай, пока не поздно, а лучше делай выводы. Парни мутят строчки, нарки лепят точки. Тебя же выбирать, что ты будешь делать ночью. Наркота не мое, мне по духу строчки. Пока не поздно, можно все исправить точно. Чтобы достичь чего-то, надо хотя бы двигаться. Допустим, расскажи стишок и сними на мыльницу. Я раньше, как и ты, убирал свою постель. Не читал на сцене, кушал бабули на варенье. Будь сам себе уверен, чтобы достигнуть цели. Надо толкать продукты, двигаться по своей теме. Я раньше, как и ты, убирал свою постель. Не читал на сцене, кушал бабули на варенье. Будь сам себе уверен, чтобы достигнуть цели. Надо толкать продукты, двигаться по своей теме. По своей теме. По своей теме.